нет, я просто потерял всех. Я просто потерял всех, и чё? И чё? А, и она у меня не восстановилась. Давайте. You will learn to enjoy your wretched existence. Не-не-не. Тебя. Hardly an inspiring leader, but irrelevant for the armies of. Мне очень интересно, если я вроде как за грейженными персонажами не смог пройти, а как я пройду не за грейженными персонажами? Ну ладно. Мозг ей можешь дать. Давайте мозг ей дадим. Она кажется очень важной здесь. Во-первых, минус атаку всем делать. И квопль. Пока находится в стойке. Игнорирует обереги. То есть игнорировать оберег важно. Следующее действие. Ну, это такое. Теряет 8 уклонения. Те бафы с цели, вот это важно. Это важно. Фух, ну, я не знаю. Давайте попробуем. А, они, я смотрю, они тоже теряют свои здоровье. Ну, ладно. Психоз. Не, ну тогда окей. Я хоть чуть-чуть прокачаюсь. Снимайте бафы. А, у него он воодушевление, да, получил? Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Не, давай, мы этого тоже уберем. Попытаемся. Нужно как-то стойку с него снять. При перемещении. Вот так вот. Не работает. Так, теперь направление берег. Хорошо. Да это я знаю. Ну, вот это можно, кстати. Не, ладно, мне вперед нужно. Пропустить вперед. Вдруг крит. Нет, никакого крита. Бабах. Ну, ладно, на самом деле не так, чтобы... Ладно, больно. Промах оберег. По традиции самое приятное. Ну что, умрешь уже? С психозом-то там. Давай, снимать с него. Как же больно. Your cries are music to me. Приятненько.
Какой берег? А, каждым ходом он получает. Какой он мерзкий. Ну да, конечно же, промах. Вот сейчас промах — это прям самое-самое. То, что нужно. Самое то, что нужно. Вот этим бы снимать обереги было бы здорово. А, к сожалению, он заблокирует. Во. Снять оберег. А этим уже что-то посерьезнее ударить. Что-то я себя вообще не забафал даже с самого начала. Не знаю. Так. И убили вроде. А вроде что-то как-то так себе получилось у нас. Сейчас мозгов немножечко дадим. На восстановление скелета этого поставим. Ладно, вот эту поставим на восстановление. Вон-нибудь. Наверное, оставим. Какими? Четыре таланта. На самом деле, темный рыцарь мне что-то вообще не вкатывает, не в это не заходит. Эктоплазма. А типа она зелененькая. Зелененькая — это хорошо. Может, кого-то еще мы сделаем? Вот этот мне нужен, я прям вот 100% думаю. Подождите, может, мы с этой попробуем? У меня же тоже есть стрессовая атака. Ну так, себе, если честно, стрессовая. Может быть, две банши? Одна чтоб кричала, а вторая... Ну да, слушайте, может быть, даже и нормально. Может быть, со скелетиком банши и скелетик. Го больше банши. Скелетиков. Потому что, если честно, мне кажется, скелетик лучше, чем... Вот этот персонаж. Так, вопль. А ты что можешь делать на третьей позиции? Восстанавливает? Нет. Так, а у тебя на каком-то на третьем, да, месте? Желательно тебе быть. А тебе не важно, даже на каком-то, может, на... Не знаю, хоть на... Вообще на втором тебе нормально быть. Так, ну хорошо. Хорошо. Как-то попробуем так. Что является основой жизни в подземелье? Подземье. Ответ прост. Грибы. Угу. Значит. Алхимия, медицина, бла-бла-бла. Все-все-все. Грибы, все грибы. Что же... Что ж, вы излечите гномов, уничтожив грибную ферму. Мертвым есть не обязательно.
Пора продумать план атаки. Сфокусироваться на уничтожении грядок с табличками лекарства. Еда. И что? Без лекарств гномов будет легче убить. Без еды потеряет рассудок. Да, слушайте, ну мы на рассудок. Нам точно нужно. Пока миньоны выкашивали под корень грядки со съестным, гномы успели сбежать, прихватив запасы лекарственных грибов. Ну ничего, на пустой желудок особо не повоюешь. Окей. Пойдем сражаться. Так, какой-то новый алхимик, алхимик новый. Чё ты делаешь, чё ты делаешь? Это сразу критует. Много, ну так, не так много дэмэдж, да? У этого же, по-моему, намного больше, намного больше. Ага. Не, мы, подожди, нас интересует вот что-то типа такого. Берег. А мы сейчас еще покричим. Мне нормально. Болезненно, но ладно. Так, эволюция. Красовая атака. Типа мы можем подзамораживать сейчас. Потому что у нас сотни, и, в общем-то, мне кажется, это вообще нормально. Да, давай-ка мы подзаморозим. Ну, это какое... Сопротивление какое-то непонятное. Окей. Собьем ему стойку. Ну как ты не воспри... Черт. Да, это сразу восстанавливает ему рассудок. Что-то нифига не здорово. На берег закинул. Может, в стойку пора встать? Да, давай-ка мы так сделаем. И самое время. И, конечно же, сразу же один получает воодушевление. И, конечно же, промах. Все у меня, все плохо идет. Конечно, будет все плохо. Черт возьми. Ой. Давай, защиту поставим. А я и могу... Не, я могу... Ну, только так могу покричать. Ну, давай, тоже нормально. Дебафы, дебафы. Психоз. Берег. Не, ну, в принципе, если он так просто обереги накидывает, это не сказать, что уж прям супер страшно. Меня очень напрягает, что так много промахов. Ну, ладно, больно, но фиг с тобой. Чё, погнали еще ему стресс немножечко? Хорошо, психоз. Большой шанс атакует по противнику. Больше дебафов. Красиво. И еще сделаем. Знаешь, кто-то умрет? Один умер. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Эх, как жалко, что я в блок-то не встал. Ну ладно. Мне кажется,
Только так, сейчас. Ага. Инициативы. Не, я, пожалуй, сниму с него. Опять же. Главное наносить стресс. Фух. Так. Как все стрёмно, трудно. Ну ладно. Так. Баф. 8 ужаса до конца. Не, ну слушайте, мы же главные ультой, да, поэтому, в принципе, получать ужас это очень здорово. Вот это еще сильная способность. 125 выбор между... Снимает с цели все бафы. А, но она еще и двигает. Кстати, это довольно здорово, да, двигать. Ну ладно, нет, мы начнем, наверное, все же с увеличением ужаса, потому что он самый главный наш дамагер. Самый главный наш дамагер. Раз. Пожалуй, два. Так, надо одну на позицию, кто будет постоянно кричать на эту позицию. Крик. Особо нет, да, разницы? Игнорирует оберег только. Да, здесь особо разницы нет, поэтому это будет назад и уходить. А этот... А это будет постоянно кричать. Норм. Норм. Может, что-то сделаем? Как-то у кого-то есть 8 чего-нибудь? Как-то плазмы только много, но не... Так, я думаю, что сейчас самое время... 6 обычных кусков вот это сделать, потому что... Потому что у нас прям вообще супер... Нам совершенно не важно, сколько здоровья противников, мы все равно только стрессом лупим. Нет, пожалуй, мы все же дадим скелету мозг. Да. Дать скелету мозг это полезно. Хотя бы стоечку. Чтобы у нас был более... Наверное, я даже еще... Учитывая, что я только вот это вот делаю, да, из-за перемещений, то че бы нет. Оглушает. Оглушить неплохо. Типа больше дэмэджа, что ли, наносит? А мне не нужен дэмэдж. Оглушение намного приятней. Ну, пойдем. Очень надеюсь, что я сейчас выиграю. Смогу. Так, какой-то стрелок. Из 16... При Иване Грозном. Стрелец. Да чё ты сразу стреляешь-то? Чё ты у неё дэмэджи, я вам скажу. Стойкости, ну да. Ну давай. Ну давай кричать сразу. Или так сначала сделаем. Слушай, давай так сначала сделаем. Мне кажется, вообще это норм. Крит еще мне выдал. Ну хотя такой, на следующее действие получать забаф, при том, что я еще... Ну да, это такой себе был мув. Так, ну ничего. Продолжаем. Дебафить. Приятно. Пришло время.
Так, два психоза, одно воодушевление. Значит, что психоз? Психозы, как обычно у них, вначале теряет 40%. Ага, хорошо. У этого воодушевления получает 1 инициатива. Вначале восстанавливает тебя всем союзникам в 10... Вау! Нифига ты какой дурацкий. Ну ладно. Че ты... Приятненько. Блин, вот этого бы, конечно. Дебафа. Блин, какой же он стрёмный. Вмещает. Я смогу что-то типа такого сделать на него. Да, ты же... Ну да, слушайте. Мне кажется, нам нужно... Или хотя... Не, давай мы его уберем. Ну что, рискнем? Думаю, самое время... Ну, блин, с него бы снять... Еще раз бьет. Так, и тебе еще. 21. Больно. Так, у него их. Дебафим. Он очень много бьет, поэтому... Отлично. Отлично, отлично. Кассовая атака. То есть атаки. Ну да, там атака-то вообще срезана уже. Так, так, так. И чё? Ну, как бы могу, конечно, еще поорать, но фиг его знает. Не, ну, наверное, ну, давай. С этого хотя бы на этого дебаф наложим. Стойка. Хорошо. Хорошо. Приятно. Еще по всем. Не решился, да? Дебаф. Да мне пофигу на дебаф. Чё за дебаф? Минус 20 точности. Пофигу на дебаф. Я думаю, да. Больно. Может, и не пофигу на дебаф. Мне кажется, надо в стойку. Ну да, я все равно не могу стрессом никаким. Бафы с целью. Так, это хорошо. И это хорошо. Отлично. Я сейчас получаю кучу вообще всего. О, покчамп. Сколько всего.